Каждый второй человек на планете имеет хроническое заболевание, а каждый четвертый – несколько. Медицина должна практически в круглосуточном режиме помогать чуть ли не половине населения страны. Ну, иными словами, работать как некая отлаженная индустрия по поддержанию человека в исправном состоянии. И это не говоря о вмешательстве различных пандемий. Так вот, какое же должно быть здравоохранение будущего, чего мы от него хотим? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Мы сегодня говорим о фабрике здравоохранения. И к нам пришел ректор Самарского медуниверситета, профессор Российской академии наук Александр Колсанов. Здравствуйте. Здравствуйте. И мы сегодня хотим как раз-таки обсудить какие-то вот такие очень важные моменты, которые ожидают нас в будущем. И наверняка Александр Владимирович все их знает. Ну, вот странно, наверное, было бы, если бы я не погрузила нас в текущую ситуацию, поскольку 2 года уже живем мы в состоянии пандемии, и как бы нам не хотелось о будущем, давайте начнем с сегодняшнего дня. Знаю, что в клиниках, как и, в общем, везде по региону существует ковидный госпиталь, и ваши не только сотрудники, но и студенты также, так или иначе, на фронте борьбы с коронавирусом. Вот какой вклад ваш в эту борьбу? Да, действительно, можно говорить о будущем, но живем здесь сейчас, и пандемия, она, наверное, в голове сейчас у каждого человека, и информационный фон, и жизненная ситуация. Сам ГМУ с первых дней пандемии, это уже там, почти 2 года, активно включился в борьбу с этой коварной болезнью. И напомню, у нас было 100 коек ковидных, потом было еще 200, там 300 коек. Да, я помню, как мы радостно закрывали первый раз ковидный госпиталь. С такой радостью мы закрывали, надеясь, что вот-вот сейчас будет лучше. Но, к сожалению, очередная волна, и мы 100 коек у нас сейчас работает. Это первый момент. Второй момент. У нас, конечно же, и обучающиеся, это и студенты, и клинические ординаторы. Они максимально также включились в эту борьбу. Это разный профиль работ. Наши ребята трудоустроены в ковидные госпитали и просто в практическом здравоохранении, потому что жизнь продолжается, и ряд лечебных учреждений, и первичное звено, они эту помощь медицинскую оказывают. Наши ребята там, это скорая помощь. Недавно открыли контактный центр на базе университета, потом его увеличили. Это тоже очень серьезная работа. Что это такое, Александр Ильич, подробнее? Наши студенты, волонтеры, 12 часов в сутки, понятно, что там они меняются, потому что огромный сейчас вал идет звонков от пациентов, это просто люди звонят, да, которые не болеют или могут заболеть. И есть же элементарный вопрос, записаться на вакцинацию, ревакцинацию, какой-то вопрос задать, вопрос, связанный с тактикой, с наблюдением пациентов. И ребята в таком режиме, постоянно заносит в медицинскую информационную систему, отвечает на вопросы, маршрутизацию какую-то выполняет. Поэтому это та ситуация, ведь когда у нас стресс возникает, когда мы не можем дозвониться, не у кого спросить, ты начинаешь метаться. Да. А вот в этот момент все-таки наши ребята, они, понятно, там это не первый курс, это уже такой третий, четвертый курс, пятый курс. То есть ребята уже умеют пообщаться, умеют правильно ответить на вопрос, подсказать, рекомендовать. Ну, все это, естественно, под контролем врачей, это совместно все с Министерством здравоохранения Самарской области. То есть вот это очень важный фронт работы. Серьезный момент, наши врачи, наши преподаватели не только в ковидном госпитале, клиник сам ГМУ, но они активно работают в других госпиталях. Мы также ведем серьезную такую методическую работу, мы помогаем консультативно, помогаем методически, новые центры открывались, когда ковидные, кафедра и клиника наша активно участвовала. Ну и вот недавно к нам обратились с просьбой, чтобы наш сотрудник Константин Дмитрий Юрьевич, так сказать, стал таким
человеком, который после оперативного штаба информирует население о принятых решениях. Напомню, был Николай Альфредович Ренц таким человеком раньше, да, но он сейчас в связи, конечно, там, с колоссальной загрузкой в должности мэра, вот такая просьба была, мы тоже отреагировали. Поэтому малейший вопрос, я могу только одно сказать, что у нас общение с министром и с его сотрудниками, ну, в таком тоже режиме 7/24. И я еще, кстати, искал важный вопрос, это подготовка. Мы же разработали несколько программ, и очень много приходится сейчас переучивать оперативно, там, краткосрочные программы, 36 часов, 72 часа наших врачей. То есть вот, даже могу сказать, и научный блок тоже активно включился. Помимо того, что мы разрабатываем свои разработки, например, по постановке диагноза, связанной тоже COVID-19, у нас есть программа, которая на снимке КТ может поставить объем поражения, может степень тяжести, и все это использует технологию искусственного интеллекта. То есть это достаточно... там совсем новенькая, свеженькая, да, программа? Это новая программка, и плюс у нас несколько заказных работ было со стороны и Минпромторга России, и частных компаний. То есть мы тоже разрабатываем некие системы, которые помогают поставить диагноз быстро, определить степень там тяжесть течения заболевания, ну и рекомендовать какое-то первичное лечение. А лекарства не могут разработать ваши ученые? Вы знаете, эта проблема колоссальная, и обратите внимание, уже порядка 2 лет, но только сейчас пошли такие первые информации о том, что только сейчас создаются лекарственные препаратами. Это очень крупные компании, очень серьезные инвестиции были сделаны. Поэтому сказать там, да, можем, наверное, это неправильно, но то, что мы участвуем в разработке каких-то систем, каких-то диагностических систем, профилактических, мы однозначно участвуем. Ну, надеемся, что все-таки вакцины придумали, сделали эффект, мы видим. Надеемся, что лекарственный препарат такой все-таки появится, потому что это крайне важно для наших населения. Александр Владимирович, вот знаю, что с вами можно на любые темы говорить, поэтому вот такой вопрос еще для вас. Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусный кризис глобальной инфодемией. Вот, согласно утверждению ВОЗ, распространение дезинформации, слухов и различных конспирологических теорий очень здорово мешает медикам, не только в России, во всех странах, бороться с пандемией. Вот что вы об этом думаете? Мы, по-моему, погрязли в последнее время. Ну, да? Если честно, то да. И нас пытаются все время куда-то увести в сторону, да, где-то дезинформировать, я бы так сказал. Все равно абсолютно большинство людей не верит, к сожалению, тому, что говорят в телевизоре, где-то в интернете написано, и все за правду, и так далее, и так далее. Это, конечно, нам, врачам, нам, медицинским работникам, это очень здорово мешает, потому что болезнь есть, она очень серьезная, она очень коварная. Я могу только сказать, я могу сейчас ошибиться, но уже 12 раз поменяли тактику лечения. То есть там 12 методических рекомендаций, потому что и вирус меняется, вирулентность его меняется. И видим, что уже осложнений больше, летальность выше. Уже болеют молодые, болеют дети. Ведь раньше этого не было. Да. Понимаете, можем что угодно слушать, что говорят в телевизоре, в интернете, но есть факт. Да, а факт мы видим каждый день. Поэтому тут я бы попросил наших зрителей, наших коллег, да, спокойно относиться вот к этой информации. Ну, никуда не денемся, она есть. Надо ее принимать, но очень критически подходить и смотреть, а что же реально. А реально врачи могут рассказать, что происходит. Поэтому вот все-таки надо слушать, прислушиваться к тому официальным органам, да, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства здравоохранения Самарской области, сам ГМУ, мы все на одной позиции. Мы понимаем, что это действительно очень, очень серьезная болезнь, и, как мы видим, пока завершения ее нет. И те, кто думает, что это какая-то там разовая ситуация, вот-вот закончится, это все будет по времени. Тут не хочется быть каким-то человеком, кто прогнозирует, но я думаю, что это не быстрая ситуация. Вот то, что мы видим и как все меняется, я думаю, что это надолго. Если вы опоздали к началу программы, у нас сегодня в студии Александр Колсанов, ректор Самарского государственного медуниверситета. И уйдем все-таки от ковида. Давайте. Знаю, что такой исторический момент пережил ВУЗ, потому что сам ГМО в числе победителей спецгранта программы «Приоритет-2030». Ну, вот, во-первых,
что это за такой грант, и знаю, что в финал вышли просто вот такие монстры, да, зубры в хорошем смысле слова, вузы страны. Да, значит, ну, хочу просто напомнить, была программа 5 в 100, да, в соответствии с которой, завершилась она в 2020 году, в соответствии с которой 5 вузов России должны попасть в 100 лучших вузов мира. Мира. Но, к сожалению, вот именно такой критерий не решен, то есть ни один из вузов не попал в итоге. Но для этих вузов и для образования в целом это было все-таки достаточно серьезное такое качественное изменение с точки зрения развития вуза, его позиционирования, исследований, инноваций, много-много чего. Программа закончилась, и была информация, что будет новая программа, которая действительно 10-летний период по длительности до 30-го года будет стартовать. Нас заранее предупредили, и мы действительно начали готовиться. Это действительно была командная работа. Основная масса задач программы развития это делалось нашими же людьми. Привлекались какие-то внешние эксперты, консультанты, смотрели. И идея была такая, если 5 в 100 была все-таки основа на образование, то здесь уже образование, исследование, разработки. Угу. То есть идеология все-таки вузы, вот если взять наиболее развитые экономики и посмотреть, как там работают университеты, они настолько сейчас интегрированы с индустрией, и именно они дают технологии, которые потом забирают технологические компании, какие-то другие предприятия, и внедряют. Вот это та модель. И у тех людей, которые проектировали программу «Приоритет», именно это была логика, чтобы все-таки вузы стали, еще раз говорю, не просто подготовка кадров, это, безусловно, важно, это основная задача университета, но и исследование и разработки. Конечно, когда врач еще и на своих разработках работает, конечно, это же конечно. Другое дело. И вот в этой логике действительно был объявлен конкурс, там была базовая часть, спецгрант, значит, всего было участников там порядка 186 вузов, было отобрано в базовый грант 105, то есть это те вузы, которые, они тоже вошли в приоритет, просто есть базовая и спецчасть. Вот 105 университетов из Самарской области, 3 университета вошли в эту часть, помимо медицинского, это Самарский университет и Тольяттинский госуниверситет. И потом не всем, а примерно 54 университета было предложено участие в спецгранте. Угу. Причем спецгрант делился на 3 уровня. То есть максимальный, средний и как бы минимальный. И это была повторная комиссия, причем очень четкая организация мне понравилась, эксперт очень высокого уровня, лично министр Валерий Николаевич Фальков был на всех заседаниях. То есть, представляете, заходишь, это 5 минут доклад, потом 10 минут вопрос-ответ. То есть всего достаточно 15. Пристрастно, да? Очень, очень глубоко спрашивали. У каждого эксперта был полный мониторинг по вузу. Вопросы все были, ни одного не было такого, знаете, вот для вопроса. Все, как говорится, в бровь и в глаз, да, угу. Четкие, конкретные, и они видели, смотрели, как ректор там погруженно ориентируется, да, в программу, как ориентируется. Вы лично защищали? Конечно, да, это было обязательное условие, лично ректор, угу. С командой. В команде были сотрудники вуза, были, значит, привлеченные наши эксперты, индустриальный партнер, наша компания, и обязательно представители правительства области. То есть на базовой части с нами был министр образования и науки Виктор Альбертович Акопян, а на защите уже по спецчасти Александр Борисович Фетисов, зам председатель правительства. Угу. Ну и губернатор был вовлечен, потому что без его, наверное, поддержки мы бы тоже не выиграли. Вот. И была основа такая, им было не сильно важно, что у нас сейчас. То есть смотрели на амбициозность программы. А куда, какую цель себе ставит университет, там, и личный ректор, в какой там войти уровень, первый момент. Второй момент, ну, вот по ощущениям, была все-таки задача посмотреть сильный регион, ну, не региональный, мы все равно федеральный вуз, но находящийся в регионах. Потому что до этого основная сумма, основное финансирование крупных проектов оставлялось где? Москва, ну и Санкт-Петербург. Ну, конечно. А здесь была задача посмотреть такие, в хорошем понимании, голодные университеты, да, не в том плане, у которых есть идеи, амбиции, которые хотят, которые могут, но не хватает иногда какого-то вот такого вот, угу. Так сказать, топлива, да, в виде финансов. А с учетом того, что у нас программа развития, в общем-то, была... После избрания меня ректором мы тоже проводили несколько стратегических сессий.
И мы наметили программу развития вуза, по которой, в общем, сейчас мы и шли. И много меняется, трансформируется, и новые веяния. Безусловно, очень серьезная была до этого база, да, созданная Геннадием Петровичем и командой. И вот это финансирование нам просто сейчас позволит какие-то вещи ускорить, сделать больше. Потому что программа, то, что мы создали, как раз у нас был акцент на исследовании и разработке. И будут создаваться сейчас у нас суперновые направления. Будут строиться корпуса, оснащенные супероборудованием. Мы активно будем IT-медицину, активно будем нейронауки, активно будем биотехнологии. Появится центр там, омиксных технологий, там, по сути, такой геномный центр у нас. Вы говорите такие слова, это такое ощущение, что я сижу и смотрю фильм какой-то фантастики, и что случится когда-нибудь, когда-нибудь. А давайте, может быть, чтобы было понятнее вот, по поводу самого гранта. Угу. Это же, во-первых, беспрецедентный случай в плане размера самой суммы, да, это около миллиарда, если я не ошибаюсь. Ежегодно. Рублей, да. И вот как раз хотела спросить, знаете ли вы, как потратить миллиард, или вам нужна помощь, но вы, видимо, знаете. Мы знаем, да. У нас там, опять же, три направления. Это образование, как я сказал, это направление наука, и будет касаться медицины наших клиник. Угу. Значит, безусловно, несколько тем, вокруг которых все сейчас крутится. Первое, это, конечно, сама тематика научная, что мы будем делать. Я вот немножко начал уже об этом говорить. Второй важный момент – это люди, которые это будут делать. То есть это тоже ведь важный момент. Это тоже уже понятно? Или в основном понятно. Но мы сейчас активно расширяемся, активно смотрим уже на серьезных игроков, на людей, которых мы будем, конечно, к себе принимать на работу, предлагать нам идти на работу. Потому что тематики нам уже понятно, что мы будем делать. И третий момент, конечно, материально-техническое оснащение. Угу. Сейчас будет закупаться та техника, о которой мы раньше только мечтали. Но она будет так в Самаре. Еще существует? Ну, я прежде про исследовательскую технику, да, потому что есть оборудование, на которое можно делать совершенно другого уровня. И мы сейчас активно смотрим на зарубеж и будем привлекать иностранных преподавателей, иностранных ученых. Чем можно привлечь ведущего ученого мира? Как правило, только оборудование. Возможности, потому конечно. Что, понимаете, сколько мы с ними общаемся, вот мы даже, как пример вам приведу, в эпоху пандемии, вроде бы, мы оформили на работу к себе 8 ведущих иностранных ученых. Ну, это, конечно, дистанционный контракт, они делаем совместные исследования, совместные публикации, и они все к нам устроились на нашу зарплату. Не на те суммы, которые они у себя получают, им это не важно. Им действительно интересно поработать с нами и на каком-то оборудовании, вот как раз я и говорю, что можем привлечь тех людей, о которых могли только раньше мечтать, а теперь появляется такая техника, на которой они будут работать. Следующий момент, эти люди дожить должны, поэтому сейчас комплексно подходим, мы сейчас думаем, там, арендовать какие-то квартиры, может, какие-то небольшие отели, люди где-то жить должны. То есть они таки приедут, не дистанционно. Да, да, да. Ну, как только сейчас ситуация пандемии улучшится. Угу. Поэтому приоритет для меня — это абсолютно такая глобальная история, системная история, которая совершенно другого качества. Город будущего. Да, и, кстати, одна из наших инициатив сейчас — это тоже такой прецедент, как минимум, для России. Мы будем строить производственную площадку. То есть у нас есть исследовательский блок, как я уже объяснил, угу. и уже на следующий год что-то появится. То есть это недалекое будущее, а уже на следующий год появится. Супероснащенные центры, где мы будем и выращивать тканевые, клеточные компоненты, клеточные технологии, 3D-принтинг органов. Появится центр по геномике, по геномным технологиям, как я сказал. То есть генетика — это вообще будущее, да, и понимая там генетический профиль человека, мы можем предсказывать какие-то заболевания. Ну, конечно, конечная цель когда-нибудь, да, выйти вообще на редактирование генома и лечить болезни, которые сейчас неизлечимы. Вот вы, когда приходите к нам в студию, становится не страшно, а то как-то немножечко унываешь. А вот третий блок очень мощный — это как раз производство и коммерциализация. Вот мы хотим весь цикл у себя создать. И я начал говорить о том, что у нас такая идея, есть индустриальный парк Преображенко, где сейчас группируются предприятия, ну, завязанные на одном цикле, не завязанные. Вот мы решили, что мы сейчас заходим туда, медицинским университетом,
Пока это будет аренда площадей, но очень большая площадь, с последующим выходом, возможно, даже строительством своего такого отдельного корпуса. И вокруг себя мы будем уже подтягивать партнеров. То есть этот путь прошли ведущие вузы мира, которые сейчас очень такие серьезные, да. То есть вуз, вокруг него формируется инновационный пояс из компаний-партнеров, которые нам заказывают, мы им заказываем. И таким образом университет уже, в общем-то, будет влиять не просто на локальную какую-то историю, а он становится драйвером развития вообще высокотехнологичных таких вот проектов, компаний. Например, одно из направлений мы покупаем на следующий год, ну, в этом году даже успеем, 3D-принтер, очень серьезный, который будет печатать. Мы пока это нет, это из титана, это будет печатать те же суставы, позвонок, кости таза, то есть где нет... У себя здесь на месте, конечно, не надо будет, мы делаем полный цикл у себя. То есть сейчас у нас цикл есть, но мы пока отправляем куда-то печататься. А я делаю на одной площадке, ведь одно дело, когда действительно замена там тазобедренного сустава стандартная. А есть ведь ситуации, когда, допустим, онкология, когда есть не просто сустав, но с кость таза задействована. То есть какие-то особенности пациента можно будет учитывать. Вот да. Мы будем вот эту историю, это будет тоже одна из первых таких тем в России. Когда уже должно случиться? Это, во-первых, это уже случилось. Мы уже первые операции такие сделали. Но, повторюсь, пока мы отправляли печатать 3D-принтер в другой город, там, в Санкт-Петербурге. А теперь будем на следующий год, уже, я думаю, это первый квартал следующего года, будет полностью все у нас. Мы на всю страну уже будем работать. Имея клиники, они позволят апробировать какие-то вещи, да, технологии посмотреть. То есть это будет такой центр, где будут различные онлайн-мероприятия, офлайн-мероприятия, будут постоянно образовательные такие мероприятия, и клиники должны стать таким методическим центром в стране. Вот такая серьезная тема. Одна из тем, я думаю, тоже нашим зрителям будет интересна, телемедицина. То есть мы сейчас делаем такую историю, как мы пока называем, чемоданчик, где лежит там с десяток разных изделий. Часть изделий мы разработали, часть не мы. И артериальное давление, сахар измерение, пульс, там порядка 10 параметров. И такой чемоданчик будет выдаваться, допустим, пациенту на дом. Так. Он будет себя, так сказать, этими изделиями обвешивать. Угу. Вся информация будет сниматься, передаваться в медицинскую информационную систему. Доктор будет видеть и будет осуществлять телемедицинский мониторинг, консультирование. То есть не нужно будет приходить вот эти очереди, не нужно будет терять время. А постоянно съем информации нам позволит его контролировать, его, так сказать, состояние. И первое, с чего мы сейчас начнем, это как раз наблюдение за ковидными пациентами легкой и средней степени тяжести. Те, которые не в стационаре. Но им же нужен тоже уход, их нужно мониторить, их нужно оценивать, назначить лечение. Вот мы сейчас пробуем эту историю. А в каком объеме это начнется? Ну, сколько таких чемоданчиков? Ну, пока их будет, наверное, с десяток. Пока. Угу. То есть мы хотим попробовать пока, как пилот, как сейчас модно говорить. Да? Ну, например, мы уже какой пилот провели, мы выдали 200 приборов для измерения артериального давления, то есть пациент находился в клинике или в кардиоцентре, у нас есть там отдельная команда, выдавался этот прибор пациенту, он, ну, пока в стационаре мы обучали на нем работать, он сейчас дома, и уже информация идет, мы его анализируем. Да, то есть, смотря какого возраста пациент, он же должен сообразить, как это делать. Ведь что важно, у нас пока проблема есть, она проблема российского уровня, у нас колоссальная нехватка все-таки врачей, особенно вот в районах. Угу. И вот эта история и развитие телемедицины позволит получить консультацию профессора, доцента, там, любого уровня специалиста, находясь у себя в селе или там в районе в каком-то, да, не приезжая в клиники. То есть я бы даже так сказал, что тут задача вуза уже изменение отрасли здравоохранения. Я бы так это сказал, что мы меняем, не просто сами меняемся, да, то, что очень важно, и внутренняя трансформация. Я недавно был на одном, ну, сейчас на обучении прохожу, да, и вот отличие от эффективного менеджмента, от трансформации. То есть то, что мы в основном делаем, это улучшение, это все-таки эффективный менеджмент. А должна быть более серьезная задача, трансформация вуза, ставить очень высокие цели, куда мы хотим прийти, да. А цель стать университетом таким конкурентно способным на глобальном рынке. Вы же видите, сейчас глобализация идет всего. Сейчас вот в пандемию образовательные услуги очень многие ушли в онлайн. В это раньше никто не верил, нереально.
ушли автоматически, понимаете? И никто об этом так не думал, жизнь заставила. Поэтому мы сейчас ставим очень амбициозные такие цели, чтобы мы были видны на глобальном рынке образования, науки, технологий. И возвращаясь вот к своему тезису, что меняясь самим, мы обязательно должны менять окружение. Иначе будет диссонанс. Мы как бы одни, реальность другая. А о каком окружении вы сейчас говорите? Ну, я говорю сейчас про практическое здравоохранение, например. То есть мы же все равно работаем для него. Ну, совершенно верно. Ну, мы же работаем для него. И мы должны... А не является оно таким неким тормозом для вас как раз-таки в том виде, в каком сейчас оно есть? Ну, вот смотрите, как тоже как пример, я люблю на примерах. Сейчас активно идет внедрение медицинской информационной системы ЕМИАС в регионе. Да. Мы тут же среагировали и включили образовательную программу, чтобы наши выпускники... Мы обучаем на той же информационной системе, которая в регионе, она и в клиниках стоит. И наши выпускники, приходя потом в любое место работы, у них интерфейс, они знают, они умеют уже на этом работать. Начался тренд в телемедицине, мы тоже цикл такой организовали, студентов включили. Сейчас активно генетика идет, мы тоже включили генетику. Поэтому вот эта синхронизация действий, она очень важна. Где-то мы инициируем какие-то проекты, например, как тоже вам, вот то, что я вам рассказывал, пример, да, Самарская область сейчас вошла в пилоты 6 регионов вот, по пилотированию вот этих самых персональных медицинских помощников. Да, то есть наша была инициатива, у нас губернатор поддержал, и министр поддержал. Министр здравоохранения России, насколько мне известно, вас поддержал, да? Изначально, да, была поддержка там, когда он приезжал вот, в Тольятти, мы показывали наши разработки инновационные, большая выставка была организована, и как раз мы обратились с просьбой о поддержке нас включения. И вот не прошло там несколько месяцев, как комиссия это сделала. И Самарская область сейчас будет пилотировать совершенно новый, как раз тот проект, который, по сути, потом будет менять отрасль. Вот, вот я об этом говорю. И, конечно, мы должны синхронно меняться, чтобы достичь вот тех целей. Все-таки они цель какая? Это повысить качество лечения и доступность медицинской помощи. Это вот как было много-много лет назад. Это вот и наша цель пациентов тоже. И, кстати, тоже очень важный момент. Мы должны не только отрасли менять, мы должны менять отношения, может, даже где-то обучать пациентов новым технологиям. Там простой пример, опять же, привязка к телефону, и ряд компаний, не буду называть их, рекламировать, у них уже под 100 тысяч врачей записано как второе мнение, как консультанты, и уже охват 500 000 пациентов, которые вот на связи работают. То есть это тоже, понятно, пока это платные все услуги, но сегодня это так, потом это будет в ОМСе, и это все двигается. То есть те вещи, которых раньше мы вообще не думали. Поэтому там мой принцип такой, мы же технологические изменения остановить не можем. Но это нереально. Поэтому что надо делать? Их возглавить. Принцип такой. Ну, ваши коллеги говорят, что то, что вы делаете, на самом деле очень интересно, и они понимают, что это все работает и будет работать дальше, но всю цепочку знаете только вы один, то есть каждый возглавляет какое-то направление, а как все это в конечном итоге куда вырулит? Вот. Ну, наверное, не я один, потому что один в поле не воин, но команда, есть людей, то, что 100% мы, у нас есть понимание, что делать, и повторюсь, вот вы про деньги начали говорить, цель как бы не освоение гранта, да, а цель, чтобы потом, ну, первые вот амбиции вуза были удовлетворены, да, мы вошли в новую лигу, причем даже не российскую, а мировую. Второй момент, чтобы у нас появились суперлаборатории научные, суперучеными, опять же, как я воспринимаю приезд иностранного ученого. Я все понимаю, что он сегодня с нами, потом где-то ему более интересно, он там, то есть, ну, это так сейчас принято. Но приехав сюда, я вокруг него сформирую команду из аспирантов, студентов, там, ординаторов, ученых. И точка роста уже потом может работать самостоятельно. Вот, вот это должно остаться после средств. И на выходе какие-то технологии, которые внедренные, вокруг нас индустрия. Причем я сторонник того, что надо команды совместные делать с индустрией, чтобы технические задачи они ставили, они рынок знают, не мы. А мы стали таким центром, R&D-центром, делать высококонкурентоспособные продукты, их потом передавать в серию. Вот, вот такой какой-то. Александр Владимирович, ну вот пачка вопросов осталась незаданными, потому что гораздо интереснее то, что вы говорите. Спасибо, что пришли к нам сегодня в студию, и надеюсь, что все мы, жители Самарской области, вот в обойме того, о чем вы говорили, успехов вам в работе. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания.